Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you. А теперь внимательно запомните этот момент, где я просто просрал эти большие деньги. Хотя я мог их слить на обычное золото и купить что-нибудь на аукционе и слить все на контейнеры. Но я сделал это вот так вот. Запомните этот момент, повторяю. From the start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now there's no matter, my love and my pleasure. The key to my treasure, whatever's the weather. Day up and out with you till I die. How many times for you, I'm a try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life. My happy end in hard times. Тут я думал купить, не купить этот контейнер, и в итоге купил. И посмотрите, что было дальше. Work. I'm a little bit absurd, dancing on the verge.
could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. You love her. A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? Так, короче, сейчас я буду открывать еще коробки. Вначале вы видели, да, фрагмент, где я выбил 1000 золота за на халяву. И получается, с шара выбил. Я открою, получается, 4 коробочки. Я надеюсь, что эти 4 коробочки мне выбьют шар. Иначе это плохо будет. Да. Эх да, эх да. Честно, я не хотел это делать, потому... Ну, на аукционе здесь вообще нечего брать. Просто нечего. Потому что, ну, мне здесь танки неинтересны вообще. Я хотел Чифтейна, но в итоге Чифтейн дорогой. Поэтому я и не стал это все делать. Вот. Сейчас быстро, короче, покупаем коробочки и все. И надеемся, что выпадет что-то годное. Я на это надеюсь. Иначе я зря это все сливал. Погнали, первый контейнер. Пожалуйста, шар выпади. Я уже сегодня обосрался вообще с этим, как он, с прогетто. Дай мне нормально. Я сливаю золото. Пожалуйста. Все плохо, все плохо. Процент еще не ушел. Утром везло, сейчас не везет, по-любому. Да, 6к у меня останется, как я хотел. Не выпаду. Миллион кредитов. Бесплатно. Дай шарик. Все плохо. Все плохо. Совсем все плохо. Все сливаем. Все сливаем. Ничего не упадает. Ну, пожалуйста. Я прошу вас. Может, еще один открыть? Ладно, давайте. Нет, нельзя. Ну ладно, давайте один. Да блин, я не хочу голову сливать. Нет, все, не надо больше. Все, мне ничего не выпало. Все плохо. Я не знаю, когда это видео выходит, поэтому... Если что, увидимся в следующем фрагменте, а может и нет. Не, ну может быть еще одну коробочку закупить. Может сейчас повезет. Да не, не надо, зачем? Господи. А сколько мне еще золота, получается, выйдет? А я не смогу даже посмотреть, у меня лимит исчерпан, я понял. Может еще одну коробочку? Может еще одну? Не, ну давай еще одну, ладно. Я все уже прошел половину. Ладно, еще не половину, ладно. Так, короче, мы еще одну открываем, я решился. Пожалуйста. 1500 золота, алло. Да, я коробку. Шар, точнее. Понимаете, что меня заскамили?
Зачем я счастлива? Я не буду счастлива. Хотя тысяча. Дайте еще один, ладно. Ну дай. Нет, все, я не буду больше такая. Это скам. Это скам большой. Я вот это все продам, но... Это скам. И зачем ты слил столько золота? Ты дурак, что ли? Мне же теперь на аукцион ничего не хватит. Ну это, ну, да. Заберу это, пофигу. Хоть что-то полезное. Ну, я, в принципе, еще сейф получу, да, получается? 1500. Я обратно заберу то, что я сейчас... Ох, что я сделал? Зачем? Ладно, допустим.